Вот это были рецептики для тех, у кого есть дома яблочный уксус, а для людей, которые питаются просто, как мы с тобой, макаронами по-флотски, будет следующая рубрика. Я вообще не питаюсь. Юля, наша Юля, она мерзнет, поэтому ей скорее отдадим слово, к тому же она там на улице уже не одна находится. Юлечка, дерзай. Не нашла отличного мужчину. Доброе утро, дорогие жители города. Меня зовут Юлия Слонько, я новая ведущая программы «Утро» на Первом городском телеканале. Сейчас я поймала милого симпатичного парня, зовут его Алексей. И Алексей очень хочет поделиться с нами своими хорошими новостями, которые произошли. И, может быть, теми, которые произойдут только сегодня утром, а может быть, днем, а может быть, и вечером. Ну, всем доброе утро, да, меня зовут Алексей. Это Юля. Всем доброго утра. Хочу пожелать всем хорошего дня, особенно тем людям, кто связан с графикой, художеством, геймдевом, программированием и так далее. Студентам, которые почему-то стоят на перекрестке невероятной какой-то толпой. У меня, в принципе, не знаю, все хорошо. Я очень надеялся, что вот этот автобус от телеканала может куда-нибудь прокатить нас, но там даже кофе не наливают. В принципе, я не знаю, может, есть какие-то вопросы. Я вообще тоже заметила, что сегодня на улице какой-то бешеный ажиотаж. Возможно, потому что скоро праздник, кстати, скоро Новый год. Вы готовитесь к нему? А уже закупаетесь подарками для друзей и близких? Ну, пока еще нет, Новый год не скоро. Ну, как же? Всегда так хочется думать. К нему нужно готовиться заранее, как я считаю. Возможно, вы хотите передать привет кому-нибудь из друзей и родственников? Ну, хочу... Хорошо, передать привет паре человек, Керн Татьяне, потом Ване, еще одной Татьяне. Они, возможно, сейчас в данный момент работают в заведении Carl's Jr. Небольшая реклама. Передать привет хочу многочисленным друзьям с Караганды. В принципе, всем, кто меня знает и вдруг увидит, тоже большой привет. Спасибо большое, Алексей. Я тоже передаю привет всем его друзьям, а также всем своим друзьям, потому что сегодня мой дебют, сегодня я впервые сама в прямом эфире. Мама, папа, привет, я вас очень люблю. А слово передаю ребятам в студии. Непосредственные ребята. А я вот давно обратил внимание, что всех хороших, приятных парней зовут Алексей. Но, ты знаешь, мне когда-то было очень неприятно читать у нашего с тобой любимого Сергея Донатовича Довлатова, который сказал, что иногда по имени можно определить черты характера человека. И про Алексея, конкретно про Алексея он сказал, что Алексей — это обычно такой бесхарактерный добряк. Бесхарактерный добряк, который пьет слишком много кофе. Именно по этой причине мы не можем угостить Алексея, который просто идет мимо нашего автобуса этим волшебным, замечательным напитком. Не заслужил, я считаю, пока. Вот добрейший добряк. Вот когда он будет каждое утро проходить и отвечать на наши вопросы, приносить нам кофе. А ты знаешь, у него есть потенциал для того, чтобы тоже быть ведущим в нашем эфире. Потому что он много говорит. Грамотно представил Юлю. Юля такая говорит, это, говорит, случайно прохожий Алексей. Алексей такой, а это Юля. То есть у него есть хорошая... Нет, у него есть хорошая черта, он как минимум запоминает имена. Да, в отличие от тебя. Как меня зовут? Давай, потом. Я сама расскажу вам сейчас о курсах валют, потому что Дембицкий наверняка не помнит, а я помню. Итак, евро на сегодня 65 рублей 7 копеек. А доллар на сегодня 61 рубль 58 копеек. 14 рублей 62 копейки – это польские злотые. И, собственно, Банк Восточный нам предоставил эту информацию. Он же по совместительству является нашим генеральным партнером наряду с... сетью автозаправочных станций «Балтнефть». Молодец! Все выучил! Не подводит тебя память. Умница. Алексей Дембицкий, Мария Романова. Мы вас любим, целуем. Каждый божий день с 7 часов утра готовы обнимать вас своими телевизионными камерами. Кроме субботы, воскресенья и пятницы. И иногда пятница. Кстати, в эту пятницу, скорее всего, мы увидимся, что-то мне подсказывает, что так оно и случится. Все, вторник начался. Идите на работу. Кушайте, завтракайте, пейте кофе, радуйтесь жизни. Пока. Не мерзните пока. Пока.